Сегодня же временно исполняющий обязанности главы республики принял решение о том, что церкви будут работать в закрытом режиме. Для тех, кто обеспечивает богослужение, организуют пропуска. Об этом Олег Николаев заявил на совещании, где совместно с духовенством обсудили, как избежать рисков. Все приходы могут организовать соответствующее богослужение. При этом, значит, национальная телерадиокомпания будет вести прямую трансляцию с богослужения с участием митрополита Чувашского Владыки Варнавы. И здесь, значит, все люди могут, вот, скажем, в режиме онлайн наблюдать и участвовать дистанционно. Будет утвержден образец пропуска, который будет оформлен приходами для того, чтобы люди, которые участвуют в организации богослужения, могли пройти и соответствующим образом принять участие во всех необходимых мероприятиях, которые предусмотрены в рамках богослужения.